Ну чё, кто со мной поговорить-то хотел, а? Б. В. Г. Д. Ну всё, смотрю, все классы в сборе. А те такие хмурные-то, радыки. И где-то ещё не начался. Мы тут пообщались, и некоторые хотят провести последний звонок дистанционно. А кто конкретно? Ты? А? А может ты? Ты, значит. Ай-яй-яй-яй-яй. Значит, ты. А что ж ты в зуме-то скрываешься? Если не поддерживаешь, пришел бы мне прямо в глаза, сказал: смотри мне, в следующий раз по IP вычислю. Короче, никакой дистанционки не будет. Еще вопросы есть? Мы вот в 2020-м доску купили, повесили, а на ней даже мел не пишет. Ха-ха-ха, Алексей, ты меня, серьезного человека, обвиняешь в непрофессионализме? Это интерактивная доска, Алексей. А да, интерактивная. Я здесь за комитет стою! Родаки мне все! А я это все на шторы! Кто знает, тот в курсе! А кто не знает, тот сейчас же сдает 500 рублей на ремонт! Какой еще ремонт? Да хотя бы это хоккейной коробки! Ребят, в видах не хотите посмотреть? Дядя! Ты не видишь? Здесь люди серьезные вопросы решают. У меня тут видеосалон недалеко. Порублю с человека. Дядя, уходи отсюда! Ну, если что, улица Зорги, дом 37. В общем, последний звонок будет в Лесниках. Будет дискотека. И чтобы все к ней были...